В Чувашии продолжают выбирать лучших муниципальных служащих. Сегодня состоялся второй этап конкурса по выявлению самых эффективных чиновников. По итогам первого тура к нему были допущены 28 участников. Всего за 9 лет существования конкурса в нем приняли участие 379 муниципальных служащих из разных районов и городов республики. Сегодня участники защищали свои проектные работы, также члены жюри провели с ними собеседование, чтобы оценить профессиональную компетентность чиновников. Награждение лучших из лучших планируется в декабре. Я представила проект «Мы за чистое село». Это связано с республиканским проектом «Инициативное бюджетирование». И подпроект называется «Обустройство контейнерных площадок в 6 населенных пунктах Октябрьского сельского поселения». Мое предложение, вот как в городах, сделать маршрутки, эко-маршрутки в сельские населенные пункты для раздельного сбора мусора. Мы выберем из них лучших по двум номинациям. Первая номинация – это лучший муниципальный служащий сельского городского поселения. И три номинации – первое, второе, третье место. И лучший муниципальный служащий городского округа и муниципального района. Если в прошлом году мы смотрели фактически документы больше, собеседования, то сейчас нас интересуют конкретные проекты.